Второй совет. Вырубаем телефон. Вот, коллеги, я вам честно говорю, у меня раньше было три номера. Один был российский, один был белорусский, один был украинский. Они звонили беспрестанно, вообще не переставая. Я думал, я там как дебил рвался к этому телефону, там, чтобы там, не дай бог, чего-то не пропустить. Это очень важный звонок. Я говорю, вот он, ну, мне ни разу, то есть не звонил министр, не президент, не звонил, ничего там, да. То есть все звонки, в принципе, они были, ну, решаемые прямо сегодня, завтра там, и без решения этого вопроса ничего там бы не случилось, да. Это надо кардинально, вот очень важно, надо просто вырубить телефон, звонок, вырубите телефон, звонок, вибрацию вырубите, да, вот просто вырубите и покладите его в карман. И проверяйте его, допустим, один раз там в 3 часа. Вот поверьте, за 3 часа вашего бездействия ничего не случится в этом мире. Ничего абсолютно, да? Никто не умрет, никто с голоду не помрет, соседи там переживут, там жена, теща, там брат, свекровь, там что угодно, все будет нормально, да? Три. Если у вас родные, я понимаю, если там, не знаю, больные какие-то родные, либо там маленькие дети, сделайте себе телефон, личный телефон, чтобы никто, кроме этих родных, его не знал. И попросите родных, объясните им, что смотри, я, потому что многие не понимают этого. Да, они говорят, а ты же все равно, что ты не понимаешь, что ты ничего не делаешь, ты же дома сидишь, ты же сидишь в своем ютубе. Да, вы объясните им, что у меня рабочий день, и если я сижу в комнате, то у меня это рабочее место. Я своей матушке очень долго не мог объяснить, ты работаешь, представляешь, она работала у меня преподавателем. Представляешь, я прихожу, ты ведешь урок, я прихожу тебе в свою аудиторию и начинаю там типа, а ты будешь суп? Нет? Не хочешь? Ну и пошел. Да, ну, как бы, и вот, потому что ей тоже было тяжело с этим, как бы, понимать там, да, она звонит, что не поднимаешь трубу. Вырубите телефон, это нормально, потому что это раздражитель. Вот этого всего. Когда вы поймете, что через 2 недели, то есть вы, вырубив телефон, ничего не случилось, никто не умер, Земля не сошла с орбиты, не началась война там между Америкой и Россией без вашего участия, все будет нормально. Понятно, да?